Всем салют, дорогие друзья! Вы на канале Мега Всекорщина. Рад вас приветствовать. Сегодня у нас будет обзор модели мотоцикла от фирмы Маиста в масштабе 1:18. Серия Special Edition. И мотоцикл у нас Honda XR400R. Вставляется он у нас в классическом маистовском боксике от серии Special Edition. Ничего себе такого интересного не представляет. Лицензия все у нас присутствует. Но, кстати, нет голограммочки почему-то, что это официальный лицензированный продукт. Ну да ладно, в принципе. Главное, чтобы модель не подкачала. Модель у нас поставляется на пластиковой подставочке фирменной маистовской, которая 100% крепится на одном шурупчике. И плюс или минус, каждый решит это сам для себя. Итак, Honda XR400R, вообще классический, такой классный спортивный мотоцикл, кросс. Выглядит просто бомбически, честно говоря. По функционалу колесо у нас, да, пружинка есть, ее даже видно, в принципе. Амортизированная, огромный такой внедорожный протектор. Колеса, как полагается, резиновые. Руль поворотный. Подставочка, как видите, тоже есть. Подножка, имею в виду, присутствует. Функционал весь на месте. По самой модели мотоцикла выглядит очень круто. Видно, что чуть ли он не с каких-то соревнований к нам приехал. И номер есть. Опять же, покраска классная. Ну, классическая для таких байков. Надписи все читаются. Блинки, все супер. Металла, да, здесь не так много, это не пойму, только нет, крыло пластиковое. Металл здесь бак и вот эта вот часть, скажем так, корпуса. Вот, но тем не менее, ну блин, это кроссовый мотоцикл с неплохой, это, я бы сказал, даже с очень даже хорошей детализацией. Покрасочка тоже отличная, как видите. Диски у нас здесь хромом даже выделены, элементы вилки хромом выделены, остальное все под металл. Движок с неплохой детализацией, опять же, тоже где-то просто металлическим цветом бахнули. Ну а где-то выделили отдельные элементы хромирования. Смотрится просто обалденно. Ну, классный такой мотоцикл, бодренький, агрессивный, суперский. По передней части. Опять же, видим, у нас здесь есть щиточек с фарой, косяк. Заленились, прозрачную вставочку не поставили, но тут такой прожектор квадратный. Наверное, решили поэтому и не заморачиваться. Высоко задрто такое крыло. Ну, блин, тут это так должно быть. Опять же, поворотники просто тоже красочкой бахнули. Хотя и на поворотниках, и на фаре такая есть мелкая-мелкая сеточка текстура, что, в принципе... Ну, хоть это сделали, ради бога. Так, для рук у нас здесь такие щитки есть установлены. Выделены белым цветом, покрашены. Смотрится классно. Вообще, мотоцикл прям не очень эта моделька заходит пока что. Очень довольно-таки хорошо сделан. Что тут еще сказать. Вторая сторона у нас все, в принципе, аналогично. Тут у нас прям так ведущая цепь расположена. Вот, подножечек функциональный, как я уже говорил. Классно сделанная модель мотоцикла. Просто классно. Опять же, по основным элементам сделано все очень и очень добротно. Выхлоп у нас здесь один. Скажем так, с одной стороны выведен. По задней части, ну, здесь у нас классическая классика. Номерок. Поворотники просто... закрашенной краской, и в принципе все. Ну, по верхней части у нас здесь классическая скамеечка для таких мотоциклов, хотя и довольно-таки, скажем так, длинная. Вот. Ну а приборка, ну приборки тут нет, на спортивных мотоциклах она в принципе нафиг не нужна, как сами понимаете. Вот щитки покрашены, руль тоже у нас хромом зафигачен. Ну, тут, в принципе, ну нет тут ничего больше. Крышка бака, вот, в принципе, и все убранство
так сказать, спартанский минимализм. Но для таких спортивных мотоциклов, блин, тут это все остальное это и не нужно. Вот. Сама модель мне, в принципе, очень даже понравилась. Сделан неплохо. Единственный минус, вот этот фара, конечно, был бы прозрачной ставочкой, смотрелось бы гораздо круче. Ну, как говорится, что есть, то есть. Тем не менее, за свои смешные деньги в районе 500 рублей я, по-моему, приобретал. Это прям классная модель на полочку для любителей мототехники. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Оставляйте ваши комментарии под данным видео. Ставьте лайки, дизлайки. Адекватная критика тоже всегда приветствуется. До скорых встреч. Увидимся на канале.